что, дорогие друзья, творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли, Татьяна Салмановна Мактун Сайн Фудин, мой такой ресторан La Cafe de Beauty, творческой студии позитивного мышления. В общем, сейчас приготовила себе, смотрите, мое такое шот-видео, как сейчас я буду показывать, надо включить, наверное, еще большой свет, сейчас. Пока у меня красная фасоль варится, я приготовила себе клёцки. Клёцки с гороховым пюре. Немножко с гречкой, так что вот, сейчас варю красную фасоль, варю себе вообще щи. Вот такие вот дела. Сейчас буду есть сымитированный красный крой. Нужно открыть, показать. В общем, клёцки с подсолнечным маслом, сымитированный красный икрой и чай из бергамота. Сейчас сюда поставлю этот видеосъемочку, как так красиво заснять. Сейчас икру я поставлю в холодильничек. Буду кушать клёцки, икру я поставлю в холодильничек. Здесь я поставлю видеосъемочку, чтобы мне было хорошо виден текст. В общем, что, душевное спокойствие. Тема, конечно, душевное спокойствие. Вот, и, в общем, что, и уверенная, знаете, душевное спокойствие и уверенность в жизни. И книжка одного из основателей позитивного мышления Норманта Винсента Пила «Позитивное мышление для уверенной жизни». Вот. Вот так это сюда, так ближе подвинуться. Ну что, тем самым сначала, как говорится, покушать. Кстати, клёцки хотела, конечно, поесть их тёпленькие, но пока их приготовила, пока, видите, видеосъёмочка, надо было и то видео загрузить, и помыть красную фасоль, ещё надо было помыть, в общем, кастрюльку. Так что вот, поставить варить красную фасоль для щей. В общем, они остыли. Сейчас посмотрю. Если они как бы холодные не очень, значит придется их греть. Может быть, сейчас придется их подогреть на сковородке, добавить чуть-чуть красной фасоли и подогреть на сковородке.
или так они как-то имеют. В общем, сейчас там. Сейчас посмотрю. Кстати, телефон мне нужно поставить на зарядочку. Здесь у меня есть один пропущенный вызов. Я его удаляю. Я хотела вас записать. Я подумала, может, вы хотите мне подарить черные икры, звоните. Подарок на Рождество, везете 101 розу из Кении, так что вот. Ну, была так занята готовкой, что видеокамеру мой ноутбук я не подключила. Ну, и трубку не взяла. Ну что, я до этого взяла трубку, сказала, творческая студия позитивно мышляет. Ты так сказала, давайте о позитиве. Давайте о позитиве. Так что вот. Мой подумаешь, конечно, было бы подогреть. Как это с видеосъемкой, когда все сама делаю, и щи нужно варить, и видеосъемочку и загружать, и все это помыть, поставить. Должно быть чисто. Вот такие вот дела. Чтобы подогреть, нужно сейчас сковородочку помыть, понимаете? Чтобы подогреть, в общем, клёцки пожарить, мне их нужно сейчас помыть сковородочку. Ну, почему бы и нет? Все-таки думаю, что теплые они более вкусные. Сейчас я помою сковородочку. Thank you.
подогрею. Подогрею клёцки. Будут горяченькие. Положу еще, подогрею клёцки, положу еще в них красной фасоли, так что такие вот дела на маслице сейчас буду.